Олеся там какала? Понятно. А мы все это засняли. После того, как ты наложил там кучу. Смотри, сколько пены. Ну, пописать-то можно? А что он сделал? То есть это то, что он родился со свистулькой между ног, это уже значит, что он непорядочный. Можешь подумать, ты не ссышь, когда купаешься. Фоткается, блин, голый. Просто сейчас просто снимаешь, и будешь купаться. Да, я... Сейчас ты что там? Подомер. Речка. Что ты все будешь, не будешь купаться? Меня сняли на камеру? Да. Как я ссала в воде? То есть ты ссала в воде? Я ничего не делаю, трусы говорят, сядь, сяла. Это все отмазки. Во-во-во-во-во-во. Начинается лето, короче. Мы наблюдаем вот этот рассвет. Посмотри хоть на камеру, какой-то опухший. Да? Да, вообще пипец. Опухший, волосатый. 12 литров пива. 12? Да, 2 литра водки. Это смертельно. Специальные дозы для любого. Понятно. Кроме Вани. Спидистки. Ой, как хорошо становится. Прям лес наполняется жизнью. Да. Внезапно. Я пробудилась. Наоборот. Давайте прыгать в тарзанку, пожрать купить. Я, например, хочу что-нибудь поесть. Почему? Есть 2 огурца и 3 сосиски, и можно их еще пожарить. Кстати. Нет, мы сейчас зайдем в этот магазин, как это, от Ашота, от Ашана, не знаю, как он называется. Тошнотота. Ну да, да, да. Там можно будет купить какую-нибудь. Слушайте, типа шоколад. Ну не снимай ты меня так-то, зачем? Чтобы ты потом на себя подливал. Никакой художественной ценности не имеет. Ну что, ты видал камеру? Ну давай, что ты начинаешь? Вообще-то, на самом деле, сейчас ты думаешь, все, что ли, в погоде? Да, сейчас, если тучи уйдут, и будет охеренно. Жаркий-жаркий день. Это мы было, в смысле, что, подождем? Сейчас успокоится. Олеся, а ты с головой купалась? Я? Ты... Нет? Просто брови-то не потекут. Они еще на месте? Ну да. А ты что, их выщипал полностью? Я не в том смысле, а грим немножко. А, ты же снимаешь. Ну да. Ну что, сосиски кто-нибудь горазд?
крыс опять залезать или еще. Здесь уже без рифака. Хорошо. Конечно. Зрители там вот и притаились в лесочке. Я тебе тоже правда как-то вообще без ничего поискупалась, только если никого не было. О, какие откровения. Ну одна ты лисица, он просто на карьер средь бела дня. Ты больше на карьер поедем. Удачи. Как ты понимаешь. Че, вы пойдете на тарзанку или домой? Нет, на тарзанку точно. А ты, Илья? Ага, значит.